нам в редакцию поступило необычное обращение. Дети, которые проживают в доме по улице Губайдуллина, 21/3, недовольны состоянием игровой площадки. По их словам, из-за грязи. Они не могут играть в своем дворе. У нас очень большой двор, а площадка маленькая. И все дети из этого дома хотят, чтобы площадка была побольше, было очень много песка. По словам девочки, места на игровой площадке для всех детей дома не хватает, поэтому они вынуждены играть в соседнем дворе, где чистая благоустроенная площадка. Но это не единственная проблема. Выяснил, что в этом дворе есть лестница, которая не существует по документам, поэтому работники ЖЭО не следят за ее состоянием. Детям вот, ну, тут элементарно вот даже спуститься, и то тут можно упасть, я не знаю, там голову разбить, наверное. За содержание этой площадки берут с трех домов деньги, собирают. И деньги у нас есть, но что они делают? Уровень работы в ЖЭХ, ну, ниже некуда. С каким бы предложением туда не обратишься, никакой реакции нету. Жители дома по улице Губайдуллина хотят, чтобы территорию возле детской площадки облагородили. Поставили скамейки и убрали грязь. Оказалось, что для решения этой проблемы достаточно приезда нашей съемочной группы. Мастер участка сама явилась на место съемки. Сюда привезу чернозем и посыпется трава газонная. А планируете вот саму площадку облагораживать, делать скамеечки, песочек привезти? Песочек привезем обязательно, скамейку поставим. Но скамейку, как мы поставили сюда в прошлом году, жители жалуются. То сюда молодежь собирается, старшая по дому. Если он говорит, ставьте, мы ставим. Если не говорит, значит, не ставим. По словам мастера участка, территория детской площадки будет облагорожена до конца мая. Они существующую лестницу приведут в порядок. Алина Гребешкова, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ.